Привет. Мы сообщаем подписчикам. Да, подписчики, вот уже один подписчик у нас есть. От нас, Любечка, уже отвыкли, потому что уже никто нас в прямом эфире не ждет, потому что мы редко выходим сюда. Поэтому подписчиков у нас больница. Мало. Вот. Еще капельницу поставили. О, 24 человека у нас. Здрасте, Марина. Здрасте, здрасте. Всем привет. Я левша, я левша, мне напомнил вот эту руку сделать. Да, моя тетенька, моя любовь заболела, мы в больничке. Да. Вот и новый планшет купили. Решили к вам выйти в эфир, чтобы с вами поболтать. Доброе утро, доброе утро. Мама купила мне новый планшет. Я очень рада, он розовый и новый коллекции. Почему пропали? Да не знаю, что-то лень не выходить в эфиры, потому что очень много забот. То родители, то... Ну, всяких дел много, очень, очень много дел. Поэтому как-то вот сейчас появилась... отдых в больнице, попали в больницу, и вот появился у нас время выходить в эфир, ничего не делаем, просто лежим, я нарисовала. Это ты нарисовала, Бетти, разве можно, Бебу, так нельзя? А, еще это там тоже делать. Так, Камарджок, от Коко, Эбо, Эмма. Эмилия, привет, 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 Камарчук. Привет, привет. Доброе утро, Минск, приветствую вас. Я тоже приветствую мой любимый Минск. Очень люблю Минск. Вообще, я Беларусь обожаю. А вообще-то я люблю Добрый Дубай. Добрый день, как ты любишь Дубай, ты моя любовь. Как ты ее называешь, твоя родина? Так, добрый день, как Беточка. Вот, покажи, Беточка, свою капельничку, покажи. Вот она, капельничка моя, бусяка. Вот у меня уже два зуба нет. Никак. Ну ничего, не вырастут, Беточка, у тебя не надо показывать. Надо. Это самое. Не можем сбить температуру вот, ниже 37,5. У нас скарлатина. Вот она где-то подхватила скарлатину, моя бусинка. Потому что... Туда-сюда. Сейчас ты, Карина, же не виновата, что ты. Так, здоровья вам. И спасибо вам огромное. И вам тоже здоровья, чтобы никто не болел. Да, хорошо. Слава Богу, что мы в больнице. Ну, привезла. Я 2 дня сама боролась как бы с ней. Ну, когда я поняла, что уже ничего не меняется, решила вызвать скорую. Приветика из Украины. Бетти, молодец, хорошая девочка. Здравствуйте, Марина и Бетти. Привет, Дианочка, привет. Вижу тебя. Санкт-Петербург, ой. Город царей, обожаю тоже, очень люблю Петербург. Так, 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 так. Добрый день, Марина, Беттичка. О, Людмила, а, нет, это не моя Людмила, это другая. Добрый день, Марина и Беттичка. Добрый, добрый, заболела Беттичка, выздоравливай. Спасибо. Добрый день, Марина Тристанна. Бетти, выздоравливай, ты красавица. Спасибо вам. Спасибо, вы тоже будьте здоровы. Как родители ваши? Они в деревне сейчас. Очень ждали меня, потому что они очень нуждаются в помощи. Но вот из-за Беточки я не смогла поехать. Почему? Салам из Ташкента. Привет, солнечный Ташкент. Круто, Ташкент. Почему? Потому что ты заболела, бусякушка. Я же не могла тебе больную туда отвезти. Скоро тата прилетит. Она вчера подарок купила, сюрприз. Я знаю. Я же вам уже рассказала. Деточка уже узнала об этом сюрпризе. Потому что она случайно сказала, хотела сказать своей сестре родной, а сама сказала мне с ней. И она, Беточки на макушке, все слышит, все знает. Вот так вот. И все. О, как? Что? Подарок? Мне? Планшет? Да я танцую и победный танец исполняла и говорила, капибара.
Пожалуйста, сигнал был приостановлен, потому что у меня перегрелся этот телефон. Да, Дианочка, так, кто-то мне пошел, зуби фея забрала, да, зуби забрала фея. А у меня не забрала. Да, забрала. Не забрала. Забрала. Не забрала. Вот это ты не спрятала. Да? А денежку не дала. Так, копия ваша, Бетечка, моя любимая Бетечка, моя красота любимая. Так. Так, здрасте маленькому ангелочку и мне, наверное, тебе и мне здрасте, Беточка. Это ангелочек. Ты моя крошенька. Кроша, картошка. Кроша, картошка. Давай я пока подписчикам поразговариваю. Да, давай поразговаривай. А ты пока принеси мою единорожку. Единорожку хочешь? Да. Давай, я принесу твою единорожку. Да. А ты у меня есть твоя новая детская игрушка здесь. Я привезла ее, бабушка. Что там пишете? Там какой-то кот написал. Кот написал? Кот. Надо. Смотри, кот написал что-то. Вот кот. Так, так. А в какой стране Эйфелевая башня? Эйфелевая башня? А в какой стране Эйфелевая башня? Нет, пусть ты не угадаешь. Не, ну давай ты им расскажи. В какой стране Эйфелевая башня? Пусть ты не угадываешь. Нет. Париже. Да. Ну, Париж это в городе, а страна какая? Франция. Франция, да. Добрый день всем. Копия Валеры, да, очень похожа. Я вообще-то на маму похожа. Такая прелесть, воспитанная дочь. Я на маму девочка. Похожа. На кого? На маму. Ты на папу тоже похожа очень сильного. By the way. А это моя куколка. Она ее много лет назад здесь забыла в Грузии. Теперь она ее нашла. Когда она приезжала к моим родителям, я была тогда в Китае, вот тогда ты ее привозила и забыла здесь. У тети Гули. Это Каринина тетя. Карина ее привозила ее. Я знаю ее. Ее крестная. Так. Майко, я бы сказала, она на вас похожа очень. Бетечка, ты на меня похожа, Бетечка? У нее такой носик вздернутый. Она совсем другая. Мне кажется, она совсем другая. Она больше похожа на Блюменкранца все-таки. Вот в ней. Нет, вообще-то я королева. Королева? Вообще-то там одну девочку назвали девочку принцессу Беатриса Блюменкранц. Не, она не была Блюменкранц. Она была Беатрис, это была принцесса. Это я. В Люксембурге. Это я Беатриса. Марина, вся светишься рядом со своей любимой Бетти, да, Беточку очень люблю. Это мы такой фон выбрали. Любимочка моя любимая. Мы такой фон выбрали, знаете. Да. Красивый, да? Да. Надеюсь, папа что-то писать будет когда-то. Папа спит, наверное. Пап, ты где спишь же? Вчера же пятница была. Конечно, они все гуляли вчера. Они же на работу сегодня не идут. Вот они... Папа, отвечай! Что ты мне не отвечаешь? Я обиделась. Папа нет у нас здесь. Папа не заходил. А, вот почему. Ни мама, ни папа не заходили, потому что они, наверное, пока еще отдыхают. Я так подозреваю. Он кажется, папа, кажется, лежит. В бассейне купается. Я не знаю, как у вас давно не было в эфире или... Я не попадала на... Нет, я вообще практически не выхожу. Я не выхожу в эфире, потому что как-то слишком занята, много забот.
Вообще Грузия не моя страна, если честно. Подождите. Хоть и красиво, и вкусно. А угадайте, сколько все, мне лет? Ну, как-то... Угадайте, сколько мне лет? Не знаю, я здесь не могу жить. Подписчики. У меня прямо здесь депрессия, депрессия. Угадайте, сколько мне лет? Красоточки. Ой, спасибо. Угадайте, сколько мне лет? Ага, угадывайте теперь, сколько Бечке лет. Красоточки, спасибо. Настя, спасибо. Так, что они написали? А что мы красоточки? Да я поняла. А сколько мне лет-то? Никто еще ничего не писал. Лапуленька моя любимая. Вот тебе пишет. Алена пишет. Лапуленька, скажи спасибо. Спасибо. И любовь тебе поставила. Сердечки. Ну, сколько мне лет-то? Так. Добрый день, в Грузии. Да, мы в Грузии, да, в Тбилиси. Вы что, угадали? Мне 6. Да, почти 6. Да. Мне 6. Да, 10 лет. Нет. 10 нет, Ветечки. Вот кто написал? Настя, почти 6. Да, вы правильно написали. В каком вы городе? Мы в городе Тбилиси. Грузия. Что же красавица. Любимица моя, да. Да, правда красавица. Угу. Пускай хранит мою бедусинку. Господи, сохрани. Ты ж прямой эфир снимаешь, как хватит молиться. Хватит молиться, говорит, ты ж прямой эфир снимаешь. Может быть, усик 6? 6, да? Да, мне 6. Есть 6. А, там написали почти 6, да, больше 6. Может быть, усик 6, да, мне потом 6. Через 7 месяцев будет... 7, потом 8, потом 9. Ой, она такое, она как скажет, так вот сразу падает. 13, 14. Расскажи мне про Лукоморье. Расскажи. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе там. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песня заводит. Идет налево, сказки говорит. Там чудеса, там леший ходит, русалка на ветвях сидит. Там на невидимых дорожках следы невидимых зверей. Избушка правда, на горых ножках летит. Стоит без окон, без дверей. Ой, правда, очень летит время, быстро вообще. А песни, которые ты поешь, которую я люблю? Какую? Вот вы с Шириманом пели. Тбилиси шикарные, обожаю Тбилиси, Манечка. Разве вот Тбилиси это... может быть депрессия? У меня есть депрессия. Ну, честно говоря, моя любимая. Я уже много месяцев здесь, я хочу уже куда-нибудь. Я люблю мегаполис, я люблю немножко другую динамику жизни. Забила, а любви не дала. Это моя любимая. А ну-ка, расскажи. Ну, спой нормально. Вот это вот, мы с Шадиманом пели как-то. Поставим на селу, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит утро, и таймость моя, и таймость моя. Ножки свои в эфир несуй. Тебе. Бетечка! Чего? А Бетуси с младенчества помню, принцесса, какая она была красивая. Красавица и до сих пор красавица. Красавица моя, безумная красавица. Моя безумная красавица. Но у нее нет комплексов. Мне вот это очень нравится. Она бескомплексная вообще. Я не люблю людей закомплексованных. Нет, ты что села? А в Москве будете? Да, буду в Москве. Буду. Приеду обязательно в Москву. Может, на какое-то время даже останусь в Москве. Мы посмотрим. Бетти, хочешь стать артисткой? Хочешь стать артисткой? А кем ты хочешь стать? Она очень сильная в математике. Она нереально рисует, девочки. Она рисует вообще. Хочу быть художником. Безумно красиво рисует. Вообще она очень талантливая. Очень.
Очень талантливая девочка. Я рисовать хочу. Все, что она делает, делает отлично. Прям. Да, рисовать. Ну, подожди потом. Сейчас мы в эфире. Ну, мы же в эфире. Я сама. Подожди. Ну, я могу вот это показать твои рисунки. Вот на экране могу показать твои рисунки. У меня же есть они? Угу. Где-то, если я не стерла их, конечно. Не стерла, я видела, угу. Ты фоткала моих чебурашек. И даже снимала их. Даже снимала их? Да. Ой, это они так далеко, наверное, я не могу их найти. Так. Угу. Так, так, так. Сейчас я вам покажу этих работочек. Ой, помните чайчиц? Посмотрите. Бечка с чайчицем. А как теперь туда попасть опять в альбом, я не знаю. То, чего не знаю, здесь, да. Так, то, чего не знаю, того не знаю. Не знаю, как попасть теперь туда. Если я... Ой, я выключаю отмена. А как туда обратно-то попасть в альбом? Где Туся? А, вот-вот-вот-вот, все. Выбрать другой объект. Так, 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 так. Ой, где вот так не туда пошла? У меня столько одежды и обуви, что ничего невозможно найти. Да. Я все сохраняю. Вот зачем ты все? Так, 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 так. Это любовь. Кулинария и одежда. Аман. Твоя. До утра я буду прям. Мы с наркоз и в облаках. Так, так, так. Ты не моя. Ну вот везде твоя работа, робототехника, а нигде нет твоих рисунков. Где они у нас? Ой, Бедусенька с Дедом Морозом, с Дедом Морозом. А я их даже не выставляла. Видите, у меня сколько одежды? Сколько одежды? О! Где? Рисунки? Нет. Нет рисунков. Нет. Ну подожди. Ну так мы с другом. Ну я с другом, я уже выставляла с другом. Чего ты сейчас видишь? Все убегут, потому что невозможно опять найти. В общем, далеко где-то они. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Ну 5 дней осталось для мамы, да? Для мамы осталось 5 дней. О, вот она у нее. Вот она, чебурашечка. Посмотрите, какая интересная, какой интересный рисунок. Видите? Вот, она прекрасно рисует, прям прекрасно. А я буду пока рисовать. Красота. Вы назад в Китай потом? Да, наверное, я все-таки поеду в Китай. Это с кем она? А, на фотографии это чайчиц. Если помните, был такой этот... у нас был скоро Таточка прилетит к вам. Да, Таточка скоро прилетит. У нас был такой один. Участник на доме. Два чайчика, если кто помнит. Забыл, как его звали, господи. Надо же. Блин, вы остаетесь в Грузии или уедете в Китай? Уеду в Китай. Чебурашка, да. Чебурашка. Она так рисует, просто невероятно красиво. Это так. Прекратить публикацию. Давай. Вот она ни дня. А, Лёша, да. Она ни дня не ходила в художественную школу, но вот. Ну как там Петька Валера пишет? Ну, надеюсь, что увидит, что мы с тобой, Петька, вот папа проснулся. Я очень надеюсь, привет, что зайдет к нам в эфир. Привет, папа. Бетя в какой стране пойдет в школу? Бетя ходит в школу сейчас в Дубае. Но не в школу, а в прискул. Да. Вообще, если бы была такая возможность, что отдали бы мне, я бы с удовольствием вот, отдала бы ей, уделила бы ей свою жизнь.
и отдала бы ее в школу в Грузии. Здесь образование очень хорошее, кстати. Очень хорошее образование. И водила бы на всякие кружки. И обошлась бы это бы обошлось бы намного дешевле, чем в Дубае. В Дубае очень дорогое образование, и образование не очень... Так, открывают такие левые школы всякие. Вот, и поэтому... Но у меня есть кое-какие соображения насчет Дубая, вот, что касается образования. Вот, если это у меня получится, если я смогу это сделать, то тогда Бетти, может, наверное, останется в Дубае. Вот так вот. Бетти будущий дизайнер. Посмотрим, посмотрим. Да, она рисует замечательно. Поэтому, может быть, и не исключено, что она станет дизайнером. Она, во-первых, она ходит на робототехнику, она пишет программы, вот, ну, учит пока, она, конечно, пока еще не сильна в этом, в этих, в компьютерных делах, но, по крайней мере, мы вот стараемся учиться, и у нее очень хорошо это все получается. В общем, вот закладываю, вот я сейчас закладываю в нее, то есть все для того, чтобы действительно она смогла быть дизайнером. Действительно. Если она еще в художественную школу пойдет, да еще и освоит робототехнику, да еще и что еще? Ну, она чувство прекрасного в ней очень хорошо развито, у нее очень. Вот прекрасный вкус. Она у меня врожденная, она у меня тоже есть, кстати, врожденная. Поэтому у меня вот получалось хорошо с магазинами, с одеждой всегда. А вот, и, наверное, от меня ей передалось это все. Так, так, так. Это любовь, слава Амад, и до утра. Буду прям с наркоз и в облаках. Так, Марина, давайте ей рисовать гуашу. Марина, давайте ей рисовать гуашу, как продаватель ИЗО советую. Окей, окей. Но я в этом ничего не понимаю, я ее обучаю английскому. И вот учим сейчас учим писать на русском языке, мы уже выучили все буквы, и сейчас вот по слогам я ее учу читать. Она почти уже читает. Мама, да. А вот. Была баба. Блин, да. Я хочу эту капельницу сюда. Ну и учим заодно вот английские слова. Вот. Когда вас выпишут? Я очень надеюсь, что нас в понедельник выпишут. На очень надеюсь. Но пока еще с температурой не можем справиться. У нее держится температура 37,5. Да. Я ее не сбиваю, она вот все держится и держится у нее так и... Посмотрим, столько антибиотиков, столько всего, блин, я не знаю, почему так. Вот, еще немножко. Я вообще-то чебурашку рисую, ты не видишь? Я же вижу, любимая, я вижу. Сейчас сосут, что нальешь. Да, Бетти сейчас сосут, что нальешь, то и из нее и получится. Я очень хочу, чтобы она реально развивалась. Вот очень хочу художественную школу найти. И она очень сильная в математике. Вот ментальную математику еще хочу. Вот, ну, если у нее будет уже 10, математика. 10. Да, еще и математика. Да, мамушка, 10 плюс 2 будет 3. О, Петечка, сейчас... Да, Петечка, не самое. Петя, жубки твои спрячь. Спрятала. Это вирус. Да, скарлатину она где-то подхватила. Это была корида, потому что туда-сюда. Вот, это сейчас сосуд. Да, это точно. И она очень любит учиться. Слава Богу, она не ленится. Она любит учиться. Но иногда ленится, да, Петечка? Mm-hmm. Больше не будешь?
Буду. Будешь? Так, да. Нет, дочка, давай не будем лениться, Бэба. Я как-то ты будешь самой умной девочкой будешь. До меня только... Приведи только до меня. Ты такая красивая. Ты так красивая. Не, у меня глаза были красивые только что. Это такой фильтр такой. Моё, голосовое сообщение. Голосовое. Что-то Карина пишет и пишет. Простите. Простите, ради бога, потому что мне пришлось, видите, нам это звонили. Уся. Я красивая самая, потому что надо быть в фильтре. Фильтре, ты очень красивая, да. Как погода у вас? Ну, у нас холодно, а так, нужно рисовать. Кистью надо жевать не только карандашами. Хорошо. Как погода у вас? Ну, это надо мне в художественную школу ее отвезти, я в этом ничего не понимаю. Вообще ничего не понимаю. Я коллекцию чебурашек делаю. Мне пишут, ну, вот очень надеюсь в понедельник. Берите сейчас сосудство, надеюсь, что это вирус, да, это вирус, тата в Эмиратах живет. Да, тата живет в Эмиратах. Манечка, это вы где? Мы сейчас в больнице. В больнице находимся. Мы попали в платную, потому что Бетечка не гражданка Грузии. Представляете, мне просто надо было ей взять грузинский ID. А я думала, ну, мама гражданка, думаю, автоматически она гражданка. А они сказали, нет, пока вот мы должны записать номер ее ID. А если ID нет, то плиз в платную. Для иностранцев здесь очень дорого, кстати, если честно. А мы же не иностранцы. Она считается иностранкой теперь у нас, да. Иностранка ты моя. Ну, да. Гиджей. Просто золотые будут немного ладошки облизать. Ну, может быть, да. Какие ладошки облизать? А, да, вот кожица будет слезать с ладошек, да. Почему? Да, вот такого последствия у скарлатины. Такие последствия. Я не хочу, чтобы у меня кожа слезалась. Кожа слезалась. Могу кожу будет слезать. Не хочу. Я один раз, когда у меня не было скарлатины, у меня все равно вся кожа уходила. Новые моменты не пропускайте. Интереснее общаться в бок. Вообще не заходу в Одноклассники, она у меня как альбом просто висит и висит там, и все. Бабушка, когда она снимет капельницу? Бабушка, когда мне капельницу снимут? Ну, Бетечка, уже, мне кажется, скоро должны. Я сейчас пойду к медсестре и скажу, что... Потому что тебе же надо еще антибиотик туда влить. И они, мне кажется, до конца не должны тебе прокапать эту капельницу. Сейчас пойду найду медсестру. Камат, вот такой хардрес. Хо, бабушкин тавр до бабушки. Мы сюда шли. Кибер. Да, бабушка. А у Беды какой гражданство Грузии? Двойное. За Грузию как раз можно двойное.
У меня двойное гражданство официально. Ай, нахет. Ама сутовы бен дамере антибиотик сусхаме на маше. Эсэ, полдре сэгэте бен дарагите. Нахет. Так. В Грузии как раз можно двойное гражданство. Хо, киватона. Хо, синогали что-то в Грузии, а хо, он такой, киватона. Все, Петусенька. Пуся куска. Опа. Ты ее затолкал. Так, сколько отличаются? А, сильно отличаются наши дети от китайских. Очень сильно. Китайские дети, это вообще, это что-то с чем-то. Это что-то смешное. Да, это абсолютно... Там, короче... Практически вот... все дети, ну как они... Они прямо жаждут знания. Они жаждут, они каждую... У них никогда... Во-первых, воспитание там другое. У детей никогда нет свободного времени. У нас вот школа... По секундам было расписано. И дома у них по секундам все расписано. Это абсолютно другое образование, абсолютно другое. И вот я думаю эту систему образования внедрить в Дубае, может быть. Это, у них очень, правда, система образования у них очень, очень мощная. Это правда, я там работала, я через это прошла, и я... Мне это очень, мне сильно нравится их система образования, прям очень сильно. Развивают патриотизм во всех сферах, вот во всех сферах развивают детей. И дети тоже, вот у них очень высокий IQ, они быстро все схватывают. И вот у нас есть, например, понятие логопеда, а у них как-то логопед, он такой смешной у них. Это абсолютно, он приходит, значит, какая-то девушка, ну или парень там, включает музыку и начинает вот под как типа вот бит что ли у нас называется вот, и потом вот какие-то звуки издают, какие-то языки им надо рисовать, но это все под музыкой, они стоят, это и вот нет вот выборочно, чтобы одному ребенку выделяли, вот тебе нужен логопед, со всеми детьми работают, во все классы заходят. И со всеми детьми вот их речь развивают таким образом. Мне это так нравится. У меня где-то снято, но не на этом телефоне. Я обязательно это выставлю. Это, во-первых, весело. Во-вторых, это очень сильно развивает вот, речь. Они правильно начинают произносить звуки. Мамушка! Да, Ветечка. Знаешь, что случилось, почему она на капельнице? Она заболела, подхватила вирус скарлатины. Бабушка, он не на капельнице. Не, ну сняли, но еще поставилось. В день 3 капельницы ставят, Петечка. Бетусия с вами или с татой? Бетусия с татой, конечно, но она ко мне приехала, и слава богу, мы с ней встретились наконец-то. Вот 7 числа улетает. Вы уже в Китае не будете возвращаться? Я, конечно же, вернусь в Китай, потому что у меня же, во-первых, у меня очень много дел там, потому что все вещи, которые у меня есть, все, что в Китае, это все там лежит. Это раз. Второе. У меня, я же сделала штифты, поставила в зубы. Помните, у меня зубы болели? Штифты поставила, и еще не пришло время ставить коронки. У меня деньги оплачены, а мне надо поехать и вставить эти коронки. Ну, вот эти на штифтах. У меня 3 штифта стоят, и на них должны... Морджобат! Я в тягу еще. Я перед проходом. Кей. Оста чуть медь, так вот и вердал, кейта и нос выстрелил. Что, не хасидцы? Хасидцы как хасидцы? Ты меня туристка, это с хором, чем их хор, абсолютно.
Хвела десера, арабы сумаец. Эльзагаусы, где-то турица, ангелы сумаец. Эй, вазалия. Ага. Вичка, тут у тебя валик бурлушка бейт? Айски конья, пенеты. Пенец паспорт. А, москвы, представляете, дидат. А, научили из мара. Гуши, значит, я был там, начали, укуэрат, шиит, сволодовицы. Простите меня, я сейчас к вам вернусь. Си? Каре, это каре, рука давит нахо. Если вы шо хай давай. Ааа. Ааа, если. Ааа. Ой, что? Цитер не обширки. Чирки? Чирки сапрэ давай нахо. Ага. Окей. Есть, как мы чай. Спеть пропустила. Убеты, она подхватила скарлатину, вирус. Вот. И мы попали в больницу. Зависаем. Ага, зависаем, да? Угу. Пришел, пришла. Врач пришла, да. Дежурный врач. Да. Пришел или пришла? Ну, девушка пришла ведь. Ну, врач. Тогда врачиха пришла. Где Бетти? Где Бетти? Бетти в больнице. Фу, блин, у меня перегревается телефон, и мы зависаем. Простите. Так, помахать, помахать всем, тогда могу прочитать. Когда я махаю, девочки, не удивляйтесь, потому что я специально на них нажимаю, иначе текст у меня друг на друга ложится, и не могу прочитать. Sorry, guys. Вот так вот. Так. Теперь я посижу. Ну, давай, давай. Я хочу сэп. Добрый день, Джулия. Джулия. Корнеева, да. Привет, Джулия Корнеева, привет. Привет, Джулия Корнеева, Это любовь, слава, обман. Да, до утра я буду пен. Низкий наркот и в облаках. Ты не моя, ты не моя. Это любовь, слава, обман. До утра я буду пен. Низкий наркот и в облаках. Так, опять буду махать, потому что текст много получается. Да. Это Саш, я тут нашу кабинку нарисовала. Она не поместилась в мой. Вот, это седьмой номер удара. А, ты наш эту. Ты наш. Это не кабинка, бетишка, это палата. Нашу палату. А это похоже на кабинку. Седьмой номер. Палата номер 7. 1, 2, 3, 4, 5. Так, не закончили. Это любовь, снова роман. Да, это... Давайте, девочки, попрощаемся почаще. Обещаю, что буду выходить почаще. Вот. Простите, что мало выхожу. Но в эти дни у нас есть время. Мы завтра тоже выйдем, да, Петусик? Спасибо, что на меня больше ставите лайков. Не, вы там будете. Мы здесь будем. Я надеюсь, что в понедельник нас выпишут. Я очень на это надеюсь. В понедельник нас не выпишут. Нас выпишут, когда я стану, когда станет мне 80 лет. Да. Вот.
Надеемся, что быстрее выпишут нас. Потому что мы движем платной. А это совсем не дешево тут. Нам нужно... Цены тут европейские. Уровень жизни, конечно, уровень зарплат очень низкий. А цены за все надо заплатить, как в Европе. Это просто нонсенс. Я вот этого здесь просто ненавижу. Это я ненавижу такие цены. Угу. Жизнь дорогая прям в Грузии. А пойдешь на работу, заплатят вот столько вот. Вот столько вот? Вот столько вот. А сколько можно узнать? 5 рали заплатят и все. А цены тут 1 000 000. Вот до понедельника, если останемся, у нас выйдет, ну, примерно $450 до понедельника. Это вот мы поступили в четверг, пятница, суббота, воскресенье, и за 5 дней. Дорого, очень дорого. Это не дешево. Ага, 100 рали надо. А чтобы заработать $450, даже в месяц ты не заработаешь. В месяц ты средняя зарплата... Ну, где-то $300 примерно. Вот, это просто, вот я не знаю, где заплатят. Логика и вообще, что тут происходит. Вот столько заплатят. Петечка, ну не повторяй за взрослыми. Прости, что я так сделала, больше не буду так. А кто у вас по нации ваша? Куколка, внучка. По нации кто у нас наша куколка? Рак! А знак зодиака рак. Она у нас рак. Она по нации у нас рак. По нации она у нас наполовину украинка, наполовину грузинка, наполовину еврейка, наполовину русская, наполовину азербайджанка. Наполовину китайка. Китайки нету у тебя никого. Наполовину азербайджанка китайка. А, цены на продукты очень высокие, да. Заходишь вот в супермаркет, $100 оставишь, ну, ничего особо не купишь. Ну, купишь, ну, на $100 может, ну, дней на 5 хватит, если вот правильно распределить все. Дней на 5, ну, даже на неделю может хватит. Но докупать все равно такие мелкие вещи, как молоко каждый день, там вот такие, хлеб все равно придется. Вот. Добрый день, здоровья вам и внучке. Здесь знаете что? Надо знать, где и что покупать. Вот, например, ну, там такая вот. Здесь надо изучить не только рынок, а еще и места. Вот, например, заходишь в аптеке или в магазинах, покупаешь прокладки просто, вот скажем, прокладки. Вот прокладки от 10 до 15 лари стоят. Где лежат там, ну, максимум 12 штук, да? А я нашла на рынке место, вот, на таком барахолке, на обычном, где 40 штук качественных прокладок, я не знаю, кто их производит, 40 штук стоит 7 лари. А вот. Вот надо просто искать. Здесь можно найти, конечно, хорошие продукты. Там вчера вот мне привезли, это самое, моя подружка приехала и привезла нам курицу. А вот, она покупает только у одного человека, и та привозит все из деревни. Она, ее муж ездит по деревням, закупает кур их, закалывает и продает. То есть все знают, что у них кури вот ну, хорошие, домашнего, то есть выращивания. Домашнего. Они выращивают дома, значит. И реально абсолютно другое мясо, абсолютно. Вот надо знать, где и что покупать. Но один человек должен ходить, вот мне Марина говорила, это моя подруга, она была моей клиенткой когда-то, когда была в Китае, у нее здесь магазин, она у меня покупала, здесь, ну, она продает. Вот.
она говорит, я вот целый день отдаю поиском продукта, вот из одного конца в другой конец, вот в одном конце что-то покупаю, чтобы вот купить натуральные продукты. Вот это вот, у нас прям, мы очень любим натуральные продукты, и мы вообще, знаете, мы едим сезонно, вот очень любим есть сезонно. Вот, и любой сезон у нас, правда, очень вкусный, кроме зимы, конечно. Зимой вот ничего нету, а так с весны зимой, вот, да, начинаются фрукты, овощи, нет, до самого глубокой осени. Это зимой туда. Надо есть арбузы. Не, зимой арбузы мы не едим, например. А да. Я ем. Мы вот в сезон только едим арбузы. Почему сейчас не сезон арбуза? Да, мы сейчас едим вот цитрусы. Потому что это самое последнее уже, вот то, что уже поспевает, и после цитруса уже ничего не спеет у нас. Вот цитрусы мы едим до февраля. А почему? Леди, как выросла, какая красивая, да. Так, красивая, спасибо. Беточка красавица, да, Беточка? Ты у нас красавица? Любимая моя, да. Ты у нас красавица. Так, бабушка, молодец. Спасибо. А почему продают детское вино? Это? Все, ладно. Прощаюсь с вами, мои хорошие. Почаще будем выходить. Сообщу вам о Беточкиной здоровье. Все, пока-пока всем. Бай-бай.